Я нашел свой туалет. Взлетаем, взлетаем. Ты кто? По-моему, я нашел гуманоида. Я летаю, как летающая тарелка. Я могу пожарить какого-нибудь маленького нуба. Good morning, ladies and gentlemen! Добро пожаловать в Roblox! Сегодня мы вместе с вами поиграем в очень странные игры. Я уже не знаю, какая это у нас часть по счету, но вам нравятся странные игры в Роблоксе. Сломанные кости! В эту игру мы с вами играли несколько лет назад, но, как я заметил, она до сих пор обновляется. Смотрите, последний апдейт был в марте 12 числа. Вау! А еще добавилась цифра 4! Это что, четвертая часть сломанных костей в Roblox? Вы все нубики, я с вас угораю. Именно с такой фразы начинается наша игра. По-моему, я уже когда-то видел подобную карту. Вот именно такой склон. Хотя, неудивительно. 3, 2, 1, полетели! Уууу! Десятикратная сальтуха! Я просто на здание сейчас, походу, приземлюсь. Шмяк! И именно так закончилась жизнь Человека-паука. Растянутые 176 связок, плюс 8 тысяч долларов. Я заработал целых 56 тысяч баксов. Это прям симулятор какого-то каскадера. Давайте еще разочек сыграем. А что значит стоп? Резюме раунда. Достигнуты 30 миль в час. Это наша скорость падения. Давайте я изменю лучше карту. О, зимний ужас. Сейчас же как раз таки зима. Только-только наступил декабрь. Отправляемся с вами на зимний ужас. Я появлюсь на зимнем ужасе. Первый уровень. Что ж, первый уровень выглядит как-то не особо впечатляюще. Мне главное сейчас упасть и удариться вот об эту часть горы. У-ху! Сколько сломал? 59 костяшек, а теперь сюда шмякнусь и вот сюда. Вау! 180, даже больше, чем на предыдущей карте. Кажется, я скоро стану рекордсменом в этой игре. Я заработал 47 тысяч долларов. Давайте-ка я попробую сейчас выше подняться, еще выше. Давайте мы сразу с вами выберем какой-нибудь четвертый уровень. Почему бы и нет? В главное меню начать. У меня есть 2 миллиона баксов, а на что мне эти деньги? Для чего они мне вообще здесь нужны в этой игре? Возможно, я должен здесь покупать какие-то бусты или что-то в этом духе. Ой-ой-ой-ой, главная скорость сейчас случайно не сбавить. Вот тут мы разгоняемся, тут жмякаемся и опа, полетел дальше вниз. Смотрите, уже 115 костяшек. Так, вот здесь. Давай, давай, давай. И вот отсюда 142. Так, и сейчас будет 200, а? Будет 200. Ай, 188. Немножечко не дотянул, буквально 12 костяшек. Да я еще уселся так, а? Присел после такого полета. Вот такая вот суровая жизнь Супермена. Давайте я выберу 10 уровень. А, нет. Хочу вначале зайти в магазин. Тут у меня есть какие-то улучшения. Давайте я сразу себе прокачаю несколько сотен уровней. У меня все равно бесконечное количество денег. Так, уровень пробиваемости. Давайте я сейчас буду просто супер быстро кликать. И накликаю до 170 уровня. Почему бы и нет? Так, Sprint Level. Что бы это ни значило, я все равно тоже хочу это накликать. Кстати, откуда у меня бесконечные деньги в этой игре? Здесь реально продаются бесконечные деньги. О, кстати, тут есть еще и уровень скорости. Уровень скорости нам тоже нужно с вами прокачать 100%. Так, 130 уровень Spain's Level. Уровень дислокации. Какое странное слово, дислокация. Для чего мне дислокация? Так, 150 уровень дислокации. Уровень управляемости полетом. Да, это нам с вами нужно, 100%. Одно улучшение стоит почти 20 миллионов. Если бы у меня не было бесконечных денег, я бы все это дело прокачивал 1000 лет. Уровень скорости. Максимальный уровень скорости. Максимальный! Здесь серьезно кто-то готов потратить 3200 робуксов, чтобы получить плюс 100 скорости? Ага. Ой-ой-ой, сколько же здесь еще всяких прокачек. Что такое уровень полезного топлива? И почему у меня здесь был нулевой уровень? Я вообще никогда не видел эту характеристику. Ах, да. Откуда мне ее видеть, если я не играл в эту игру несколько лет? Ладно, давайте тоже сделаем 100 плюс уровень. Я достаточно круто прокачался. Воздушный шар из гелия. Вау! Покупка! Улучшение! Я его прокачал на максимум. Вау! Вы смотрите, какой я быстрый стал. Офигеть! Я реально очень быстрый. Что такое фейерверк? Активировать. Почему он не активируется? Стрела тоже не активируется. У меня не работает здесь ничего. Воздушный шар из гелия. Ладно. Так, полетели. Иху! Приятного полета, космонавты. Опа. Активировал фейерверк. Вау! Я же сейчас за карту вообще вылечу. Я использовал стрелу, фейерверк, и меня это немножечко подкинуло вверх. Так. Воздушный шар из гелия. Как он работает? Подскажите мне. Ого! Вау! 1100 сломанных костей? А, это связки, не кости. 1500 связок.
Я летаю, как летающая тарелка. Я не уверен, что после такого я точно смогу поиграть на следующем уровне. Ну да, управляемость полетом стала намного лучше. Как же долго я падаю вниз? Мне кажется, это будет целую вечность. 206 костей. Это типа максимум, столько костей я могу сломать? Тяу! 6000 связок. Оу, все потемнело. Офигеть. Я могу еще кататься на ровном месте. Я еще могу двигаться. Ладно, все, стоп, пауза. Прекращай скользить. И не на фигурное катание попал. Так, мы останавливаемся. И я заработал 1 миллион. Но я так и не понял, как пользоваться этим шариком. Давайте я теперь прыгну вот сюда. Полетели! Давай, воздушный шар, используйся. Вау! И мне кажется, за счет этого туннеля я смогу побить абсолютно все рекорды, которые здесь есть в этой игре. Пау. О, я падать буду еще очень и очень долго. Такой звук, как будто бы я слушаю какое-то АСМР-видео. О, пачка чипсов. Похоже на звук пачки чипсов. Мне кажется, звуки для этой игры создавал чувак, который очень любит сухарики. 15 тысяч связок. А все, а костей больше сломать невозможно. Да и не нужно. Там вряд ли остались какие-то кости. Интересно, сколько таких костяшек я смогу собрать? Наверное, 1050 до окончательного падения. Я же еще и фейерверк не использовал. Не забываем про это, ребята. Но я его буду использовать прямо перед самым падением. Вот прямо перед самой посадкой. 25 тысяч. Давай, 25 тысяч будет. Есть 25 тысяч. Так. Используем фейерверк. Подлетаем. Опа! Возвращаемся обратно! 28 тысяч, офигеть. Все уже почернело тут. Так. Если я еще 10 секунд смогу придержаться, то я еще использую стрелу. Что же это за стрела-то такая? 3, 2, 1. Использую. Эй, куда я использовал стрелу? Как будто бы эта способность мне вообще ничего не дает. 30 тысяч. Итак, сколько же денег я заработал? 3 миллиона! Теперь я богач, куплю себе виллу в Голливуде. Следующая игра называется «Бросать вещи и людей». Раз уж мы сегодня с вами немножечко полетали, настало время побросаться вещами. Я появился в каком-то плейсе. Здесь люди летают. А! Меня чуть не сбила деревяшка. Это, по-моему, просто обычный сандбокс. Так, осталось времени. Давайте-ка мы с вами нажмем на этот рычаг, и что мне выпадет? Текущий игрок. 2 яичницы. 3 яичницы, нет? 3 кокоса! Что я выиграл? Я выиграл монетки. Так, сейчас запульну в тебя эту монетку. Пау! Почему ты не улетаешь? Ладно, я возьму стул. Пау! Тебе что, абсолютно все равно на это? Что я здесь могу достать себе? Я могу достать себе санки. Хватит ли мне денег? Нет, у меня есть всего лишь 75 монет. Тогда я возьму вот эту непонятную штуковину. О, может быть, мне удастся самого себя подкинуть с помощью этой тяпки? Смотрите. О! Она прилипла к моей ноге. Хорошо, чем бы я мог здесь заняться? Я вижу чьи-то дома. О, какой гигантский сундук из Майнкрафта. Можно ли его... О, я его могу двигать. Вау. Так, чувак, постой. Пау, лови! Оу! Я научился летать на сундуке! Куда полетим на этом сундуке? О-о-о-о! Я вижу какую-то платформу. Так. Подожди. Делаем бросок вниз. Падаем, приземляемся. Приятной посадки. Извиняюсь за не очень удобную посадку. Тут кто-то летает на автобусе, на паровозике точнее. Я хочу схватить этот паровоз. Так. Нет, я его не могу двинуть. Оу, здесь есть обосранный толчок. Что он здесь делает? Кто его сюда поставил на улице? Оу, фу. Так, подожди, чувак. Меня скинули вниз! Ладно, хорошо, что я с собой туалет успел захватить. Полетели! Я летаю на туалете! Я вижу летающие тарелки. Мне бы до них добраться. Так, нужно аккуратно как-то пойти на посадку. Хорошо, что у меня есть такой замечательный транспорт. Тебе понравился мой туалет, да? Скажи честно. Ты у меня его не заберешь! Отдай мой туалет! А! Он меня схватил! Так, иди-ка ты в баню. Карусель! Карусель! Я буду теперь летать на тебе! Так, я нашел свой туалет. Взлетаем, взлетаем! У нас осталось мало времени. Пока эти психопаты опять не попытались себя у меня отнять. Тяжело же защищать свой туалет. Вот я и добрался до летающих тарелок. Так, что я могу с ними сделать? Могу ли я их как-то схватить? Могут ли они меня телепортировать куда-нибудь? О, как здесь все ярко-то. Просто капец.
На меня эти пришельцы не работают. А! Ты кто? По-моему, я нашел гуманоида. Ладно, буду летать на гуманоиде. Я тебя спасу. Сейчас мы тебя запульнем в космос. Прямо в этот ангар. Пау! Я его спрятал на втором этаже. Ты будешь жить здесь. Хорошо? Ты же не боишься? А, бедный пришелец, он, наверное, потерялся. Извини, мне придется с тобой расстаться. Вау! Это что? Это гигантский динозавр! О, давайте его затолкаем вон в ту дыру. Так, иду на посадку. Аккуратно, сейчас я заткну эту дырку этим плюшевым динозавром или тигром, кто бы ты ни был. Ай-яй-яй-яй. Жизни сносятся. Это темная материя. В общем, это очень интересная игра для того, чтобы как-то бессмысленно потратить свое время. О, лягушка. Я вижу лягушку. Подожди-ка, лягушка. Я там заметил какую-то пещеру. Опа, залетел. Отлично, припарковались. Здесь какие-то рельсы. Как будто бы здесь должен ездить поезд. Но его здесь нет. Я что, попал в Майнкрафт? Это пещера Херабрина? Ты что здесь делаешь? А, это туалет. Вот я тебя и нашел. Ну и последняя игра называется Realistic Hand RP Without VR. Я играл уже в похожую игру в VR-очках, а теперь мы с вами в нее поиграем без VR-очков. Меня какой-то чувак схватил! Отпусти! Куда ты меня несешь? Давай мы с тобой как-нибудь договоримся. Он схватил еще какую-то бетонную стену. А, я схватился за нее! Я Человек-паук, я букашка! О! Он меня потерял. Нет! Он меня нашел! Прекращай вот это вот все. О! Я хочу теперь сыграть за руки. Как мне это сделать? Become hand, стать руками. О! Это я, ребята! Это я! Так, я схватил какого-то челика. Я могу сказать hello. Я могу открыть руки и держать этого чувака на открытых руках. Сейчас я тебя скину в пропасть. Зря ты попался на мою уловку. Очень зря. Ладно, я не буду тебя скидывать с большой высоты. Ты у меня здесь в домике поиграешь. Давай, ну-ка. Слез отсюда. Играю тобой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я сплю в кроватке. Ля-ля-ля-ля-ля. Я смотрю телевизор. Так. Ты от меня не уйдешь, я сказал. Ты будешь сидеть у меня на руках. Просто гигантская летающая голова. О май гад. Извини, дружище. Ты улетаешь вниз. Ой, я могу показать сердечко кому-то. Это может сработать как приманка. Зачем ты разрушаешь? Ладно, я тоже буду. О-хо-хо! Кто это тут у нас? Так, они сели ко мне на ручки. Это вы, конечно, зря. Выхода у вас не осталось. Полетели! Прощайте! Пускай руки у меня будут желтого цвета. Нет, давайте фиолетового. Фиолетовые руки. Так. Берем этот смузи и сделаем сейчас из смузи смузи. Давай, 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 давай. О, да! Так, мне удалось это сделать. Останавливаем все это дело и ничего не изменилось. Ладно, тогда я возьму ананасик. Что-то туда закинуло. Банан, орехи и одного маленького нуба. А я закину сюда ананас. Он не пролез. Дурацкий ананас. О, смотрите, наполняется. Сейчас мы с вами сделаем страшнющий, вонючий коктейль. Самый вонючий коктейль на планете Земля. Так, миксер. Опа, коктейль получился или не получился? Стоп, опа, сковородка. Я могу пожарить какого-нибудь маленького нуба. О, боже мой. Кажется, это босс всех гигантов. Я убью сковородкой. О, его нужно накормить. Тогда мне нужен точно маленький гаврик. Так, 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 так. О, вижу, вижу. Так, хватаю тебя. Давай. Ты, главное, держись. Не падай. Сейчас мы из тебя сделаем прекрасное блюдо. Так. Закидываем тебя на сковороду и нажимаем старт. Запихиваем его в духовку и закрываем. А, там вообще другой чувак. Ты жаришься, да? Жаришься? Шашлычок из тебя получается. Ладно, я тебя вытащу. Сейчас я тебя скормлю этому гигантскому громиле. Кушать подано. А почему ты его не съел? Ты не хочешь кушать? Ладно. Так, а тут что у нас за место такое? Так уж и быть. Отдохни здесь немного. Это что за лаунж такой красивый, а? Поплавай в бассейне немного. Нифига себе. Я даже не знал про существование этой комнаты. Это пентхаус целый. Нифига себе. Ты что развалился? Это, похоже, дом администратора этой игры. Do better. Делай лучше. Красивый телевизор. Вы посмотрите на ремонт тут. О май гад. Вот так живут настоящие администраторы игр. А вот чисто из любопытства. Что будет, если я возьму этот фейерверк и помещу его в стиральную машину? Вот что будет? Я не хотел его выпускать. Так. Закидываем сюда. Закрываем стиралку. И нажимаем старт. Оу. Смотрите, там чувак просто летает в стиралке. Он трансформировался в мелкого типа. Помогите! Оу.
А что, если я его запущу на этом фейерверке? Точно. Кажется, это отличная идея. Давай. Вставай тут. Нет, только не трогайте мою ракету. Как-то не получается у меня их запустить. Праздничный салют! В честь окончания этого ролика. Спасибо большое за просмотр этого видоса. Если вам понравились эти странные игры в Roblox, поставьте лайк под этим видосом. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих роликах. Адьос!